Музей истории и развития судоходства в Енисейском бассейне был открыт 7 мая 1992 года и просуществовал в том состоянии около 20 лет. Полтора года назад мы приступили к полной реконструкции музея. И вот в таком виде, вы его видите сейчас, открылись мы после реконструкции 5 мая 2012 года. Экспонаты, расположенные, находящиеся в нашем музее, охватывают исторический период примерно с 17 века, с первых походов Беринга в устье Енисея по настоящее время. Перед вами самый древний, подлинные экспонаты. Это крепеж с Александровского шлюза от Енисейского канала. Изготовление их датируется 1880 годом. Вторым по древности экспонатом, подлинным экспонатом нашего музея является судовая рында парохода «Гленмор», отлита в 1895 году в Англии. Перед вами представлены стенды, где помещены исторические материалы, посвященные трем руководителям пароходства, которые более 10 лет работали, руководили пароходством. Здесь перед вами представлен исторический судовой штурвал, за который в 1963 году держался Юрий Алексеевич Гагарин, первый в мире космонавт, следуя от Дивногорска до Красноярска на теплоходе «Некрасов». Мы находимся с вами в каюте капитана теплохода «Красноярский рабочий». Все здесь подлинное, все датируется постройкой 1930 года в городе Данциге, Германия. Капитанский мостик теплохода «Красноярский рабочий». Здесь все подлинное. Именная доска теплохода «Красноярский рабочий», рулевая колонка, штурвал, магнитный компас, машинный телеграф, радиолокатор. Все это постройки 1930 года. Это самое посещаемое и любимое место экскурсантов, особенно детей.